Фабричный среднеразмерный баул размером 50, 25 на 25 сантиметров. Из плотной такой ткани, вот насколько видно, внутреннего китайского рынка. Фабричная сумка, довольно прочная. Внутри на подкладе такие мощные карабины, крепкие встречные бегунки. Торцевой карманчик один, плоский, неглубокий. Такой вот. Здесь карман с лицевой стороны. Тоже плоский карман. Здесь карман для, ну, скорее сменки. То есть он такой туда вглубь. То есть вот такого объема увеличения, да, подкладочного. То есть заполнить можно, допустим, поставить туда пару кроссовок, и они поместятся, не морая основного, скажем, отсека. Хотя здесь, конечно, лучше в пакетик, да? И уже после этого сюда, в этот отдел. Ну и плюс увеличение, то есть такое, да, ощутимое, можно сказать, во всю длину сумки. Прихватки на липучке. Такая вот сумка. 50, 25 на 25. Ну, 23 на 25, в зависимости от наполнения.